Стартовал конкурс на лучший студенческий отряд России. Конкурс проводится впервые, и его главная цель – вовлечь в это движение как можно больше молодых и активных ребят. Российские студенческие отряды – это всероссийская организация, в которой студенты находят работу на лето, путешествуют по России, заводят друзей и становятся лидерами своих направлений. В 2024 году исполняется 65 лет с момента появления движения и 20 лет с его начала в современной истории России. Конкурс пройдет с марта по октябрь для тех, кто уже состоит в отряде, и для тех, кто планирует стать его частью. В рамках конкурса отряды соревнуются в нескольких номинациях за звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить задание, а также хорошо проявить себя в работе и творчестве. Лучшие отряды получат мощную поддержку для дальнейшего развития и главный приз – 1 миллион рублей. Победитель будет объявлен на всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в ноябре в Москве. Регистрация участников открыта на сайте lk.trudkrut.rf.